Ну и Морис Квиталашвили, 23-летний фигурист из Греции, ныне тренируется... Из Греции. Ой, из Грузии, простите, конечно же. Ныне тренируется у Терри Георгиевны Тутберидзе, в ее группе. Неудачно выступил он в короткой программе, занял всего лишь 15 место, а рассчитывал, конечно же, наверняка на топ-6, как минимум. Да он мог бы бороться, между прочим, и за медали, потому что наших мальчишек он обыгрывал на Ростелеком Кап в этом году, став там серебряным призером, уступив только Ханю. Четверная Сальхов. Уверена. Мюзикл «Моцарт», произвольная программа, поставленная Данилом Лихенгаузом. Тройной аксель. Должен был быть каскад, но передумал. К Салькову тоже не получилось пристегнуть Тренту Лупту. Флип, ойлер, лишь двойной сальф, к сожалению. Обязательно в десятку попадать, чтобы не терять рейтинг, не терять гран-при. Ну и зарабатывать вторую квоту для Ираклия Масурадзе на следующий год. Молодец. Четверной тулуп во второй половине программы с небольшой ошибочкой. Но пока один каскад он выполнил, то надо выполнить два. Надо выполнить три. Три, да. Один он выполнил. И он выполнил только комбинацию, то есть еще два каскада. К сожалению, бабочка только Сальхова. И вот как раз он спасает этот каскад тем, что добавляет туда тройной тулуп. То есть двойной Сальхов в тройной тулуп – это, ну, в принципе, нормальный каскад, не как с 3-2. То есть просто меняются прыжки местами. Тройной флип. Тройной тулуп – молодец, борется. Уже больше ничего нельзя, потому что два тройных тулупа он уже сделал. И получилось, что двойных Сальхова тоже два из-за того, что не получился четверной. Один был в комбинации, в первой, и вот сейчас был сорванным. То есть главное сейчас включить голову и не делать повторов больше. Напомню, что только два повтора прыжков разрешено мужскому одиночнику. Все семь элементов. Он уже все семь элементов выполнил, да, то есть все уже. То есть спас два каскада. Все правильно сделал. Очень хороший прокат, очень хороший рабочий прокат. Два четверных прыжка, с головой катался. Жаль, конечно, жаль, что в короткой программе так неудачно выступил лишь 15-й. Мог бы с этим прокатом, если был в сильнейшей разминке, претендовать на очень-очень многое. Молодец, Морис собрался сегодня.